Все начинается здесь, на крыльце любимой школы. Аплодисменты, приветственные речи, встречи почетных гостей. Памятное фото с главой городского округа, и можно приступать к основной торжественной части долгожданного праздника «Последнего звонка». В зале первые учителя, родители и особые гости. Сегодня не только радостный, безусловно праздничный, но и очень волнительный день. В стенах этой школы бок о бок друг к другу вы не просто учились, ходили в школу, получали знания, занимались в творческих коллективах, развивались физически, вы приобрели друзей, с которыми, может быть, пойдете вместе по жизни, может быть, кто-то приобрел и первую любовь, но сегодня очень важный день для того, чтобы задуматься, и, я полагаю, необходимо принять ответственное решение уже именно каждому из вас. 52 выпускника, 8 медалистов. В планах у каждого поступление в известные вузы, МГИМО, МГУ, хотят и в медицинский. А пока прощание с детством, песни, танцы, стихи и бесчисленные слова благодарности директору, классным руководителям, первым учителям и, конечно, родителям. Радостный и одновременно грустный праздник сегодня и для Дарьи Крыловой. С одной стороны, теперь можно начать реализовывать себя, но взамен придется попрощаться с любимыми учителями и одноклассниками. А пока заключительная экскурсия по родным кабинетам с мимолетными воспоминаниями всех 11 долгих и в то же время таких интересных лет, проведенных здесь, в любимом Демиховском лицее. Моя мечта – пойти в РГГУ, в Российский государственный гуманитарный университет, на международные отношения. Очень надеюсь, что я смогу пройти на бюджет. Подготовка к ЕГЭ шла очень усиленно, поэтому я очень надеюсь на высокие баллы, на хорошие результаты и надеюсь, что я докажу то, что я достойна действительно медали. А медали в этом году вручат 4 выпускникам. Всего из стен лицея выйдут 14 11-классников. Это 62-й выпуск со дня основания средней школы. В 2008 году образовательное учреждение получило статус лицея. Здесь каждый учащийся по-своему талантлив и активен. За этот год ребята успели познакомиться с главой городского округа. Дружеская встреча прошла здесь же, на уроке. Сегодня Геннадий Панин среди почетных гостей. Хочу сказать слова благодарности самым близким и родным вам людям, это вашим родителям, которые были всегда рядом с вами. И когда были часы радости, не только за результаты, имеется в виду оценки высокие в школе, но и какие-то другие победы, уверен, что были и какие-то сложности, которые также вместе переживали и поддерживали своих детей. Сегодня не менее сложный период, а, пожалуй, самый ответственный, когда вы прекрасно осознаете, что в течение самого ближайшего времени будет решаться судьба ваших детей. Это было настоящее путешествие в мир знаний, событий и приключений. Знакомились с учителями и учащимися, а еще раскрывали секрет, как можно выучить английский с помощью караоке, как быстро попасть в секцию по футболу и что бывает без знания физики. И блондинка полезла под потолок, и жарлостницы в правой руке. Снизу ей победить электрический ток, помогала подруга в платке. И там ткнулись ножницы, тупые края, и погас на всей улице свет. Ну и какой последний звонок без самых трогательных моментов? Говорили о будущем, вспоминали минувшее. О том, как пришли учиться, как взрослели и как порой преодолевали трудности. Наглядный пример. Уже нынешние первоклассники, их задорная и поучительная песня произвела на присутствующих настоящий фурор. Впереди выпускные экзамены и путь в большую жизнь. Хотя нет, осталось самое главное – последний звонок.